Всем привет! Спешу с вами поделиться и похвастаться, конечно, тем, что мне пришла посылочка из магазина «Чудеса в решете». Я хочу рассказать, какие подарки я себе купила к Новому году. Может быть, вам тоже что-то понравится, вдруг у вас какая-то идея родиться, вдруг вы захотите подготовиться к моему мастер-классу. В общем, на всяческий вдруг предлагаю вам вот эти все чудеса. Итак, давайте-ка я вам подробненько расскажу. Сначала мне хочется показать вам заготовки. Вот такие симпатичные штучки я получила. Вот такую вот шкатулку в виде кусочка сыра мы сделаем с вами 25 декабря на вебинаре открытом Международного университета декупажа. А сырную досочку, простой вариант декора, я покажу вам 24 декабря в Инстаграм. Тоже с вами там увидимся. Ну или такую досочку без дырок. Сейчас я еще не знаю. Вот такие досочки я прикупила в магазинчике «Чудеса в решете». И очень, скажу я вам, довольна качеством этих заготовок. Вообще, заготовок много не бывает. И много не бывает, особенно заготовок, которые вы уже знаете, как вы задекорируете. Ну, например, вот эти две заготовки я прикупила для того, чтобы украсить их плиткой объемной. Многие мастера, и в том числе и я, показываем различные мастер-классы с плиткой. Идей обычно бывает много, лишних идей не бывает. Поэтому вас ждут на эту тему еще новые мастер-классы, потому что материалов интересных много, и все они взаимодействуют и работают по-разному. Вот. Так что новинки вас ждут. Заготовки пока уберу в сторону, чтобы показать вам вот такие вот симпатичные штучки к Новому году. Без них, конечно, ни один интерьер не обойдется. Вот, ну, неимоверно меня такие вещи радуют. Очень хочется мне показать новые материалы. Они тоже у меня заказаны. Это вот такие вот пигменты кристаллические. Они разных цветов. Не удержалась. Прям вот сегодня сходила в СДЭК, получила посылку и прям сегодня сделала вот такую вот красивую игрушку на елку. Вот, обязательно вам в мастер-классах покажу, как эти пигменты работают. Вещь безмерно интересная. Заказывайте или ждите мастер-класс, вдруг вам понравится, как это работает, вот, и потом прикупите. Конечно же, никуда без клея для декупажа. Все это покупаю периодически, потому что, ну, во-первых, нужно пробовать новые материалы, а во-вторых, все-таки старые материалы имеют свой срок годности, поэтому вот обновление парка материалов тоже должно состояться у вас. А смотрите, какие вещи еще есть. Есть структурная краска. Да, я думаю, что вам это тоже понравится. Самое замечательное, что это имитация ржавчины. И смотрите, какие потрясающие цвета. Вот мне кажется, что сочетание этих цветов будет очень и очень интересным. Краска структурная. Интересный материал. Тоже думаю, что интересно вам будет поработать. Вот такая вот у меня есть вещь, как грунт для составов с трещинами. И, конечно же, есть и составы эти самые. Вот такие вот разноцветные патины. Интересный материал. Обязательно покажу, каков он в работе и как я буду с ним работать. Понятное дело, что даже если вы знаете какие-то из этих материалов, конечно же, у всех у нас разные идеи, конечно же, мы все работаем этими материалами по-своему, и именно поэтому и интересны разные мастера, разные
взгляды на какие-то одни и те же материалы. Ну вот, например, патины. Патин много не бывает. Есть патины и на основе битума, и восковые патины, и патины на водной основе. И вот тут у меня даже затесалась акриловая краска, потому что, конечно, акриловые краски всегда заказываю. Причем мне очень нравится, если какие-то краски акриловые получаются с эффектами. Обратите внимание, да, вы видите название этих красок. Все это я приобрела в магазинчике «Чудеса в решете». Да, по ссылочку от этого магазинчика я разбираю. Мне очень нравятся цены, качество и эффекты этих красок. Да, вот эта краска акриловая, матовая, черного цвета, очень-очень мне необходима для моих проектов. А что я еще ждала из этого магазинчика? Очень мне иногда бывает очень тяжело дожидаться какие-нибудь силиконовые молды, которые заказываем мы и приходят по почте. Конечно, можно заказать их и во всяких китайских магазинах. Но мне нравится вот качество наших магазинчиков. И нравится то, что в Москве ты получаешь это все очень быстро и доступно. Вот, да, в Москве получили посылочку, и уже проект можно делать. Не нужно связываться с почтой. Ну и, в общем-то, этот магазин и высылает по России вот такие вот качественные товары. С молдами мы тоже будем работать. У меня много идей по поводу этих молдов. Они очень красивенькие, причем на одной пластине очень много узоров, что приятно. И замечательные материалы есть для этих молдов. Это пульпа. Те, кто работал, любят этот материал. Из этого материала можно не только создавать объемный декор, но и делать другие интересные вещи. Тоже вас это ждет в моих мастер-классах. Конечно, если работать с силиконовыми молдами, то не стоит, вернее, стоит обратить внимание на пудру керамическую для создания объемных элементов. Хороший вариант, да, прочного, хорошего декора. Обратите на это тоже внимание. Можно, конечно, какие-то другие варианты использовать, но и эти тоже вполне себе интересные. Дальше. Мои любимые материалы — это золото. Золото в разных видах. Вот клей для патали на водной основе. Да, люблю вот такие вот водные марданы. И, конечно же, золотая вата. Но куда же без нее? Куда без этого чудесного и замечательного блеска? Хороший материал. Вот очень и очень его советую. И, конечно же, то, что я люблю, вы уже привыкли, что я работаю цветными морилками, цветными концентрированными морилками. Вот на этот раз у меня вот такие вот замечательные материалы. Если вы видите цвета крышечек, то уже фантазия, наверное, начинает работать. Причем я вам покажу сейчас все эти цвета, и вы поймете, что вас ждет очень много интересного. И живописные проекты можно делать этими морилками, и какие-то декоративные, и море разных идей. Учитывая, что вот такие вот вещицы тоже идут на основе морилок. Не буду вам открывать всех секретов, но тем не менее, да, можно из этих материалов создавать поистине уникальные и интересные вещицы. Ну вот. Поделилась я своими эмоциями. Вот мое богатство. Конечно же, что может еще пожелать докупажница на Новый год? На Новый год, конечно же, хочется много-много подарков. Учитывая, что хомяк — это тоже своего рода мышка, порадуйте своего хомяка и нахомячьте себе наконец-то материалов, какие вам хочется. Вот, я думаю, что ваши мужья обязательно порадуют вас вот такими вот чудесными праздничными корзинами. А я вас жду на своих вебинарах. 24 числа мы увидимся в Инстаграм на встрече, и 25 числа мы увидимся на открытом уроке в Международном университете декупажа.
Вот, а я вот со всем этим богатством из магазинчика «Чудеса в решете» начинаю готовиться к этим урокам. И обещаю, что Новый год мы проведем интересно и познавательно. Пока-пока!